163 социально значимые инициативы населения Самарской области победили в конкурсе общественных предложений в рамках губернаторского проекта «Содействие». Из них 13 будут реализованы в Самаре. В 2023 году по губернаторскому проекту в областной столице было реализовано более 20 проектов. Это новые комфортные площадки для развлечения детей и отдыха взрослых, занятия физической культурой и спортом, а также территории с отремонтированными проездами, тротуарами и обустроенными парковочными местами. Жители областного центра уже могут начать подготовку к новому конкурсному отбору, который стартует с 1 сентября, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки выпускникам общеобразовательных организаций, являющихся инвалидами, предоставляется единовременное пособие. По вопросам выплаты можно обратиться в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. Улица Некрасовская, 63, 3 этаж, 3 кабинет. Или позвонить по телефону 340-08-47. Также эту выплату можно оформить в МФЦ или на региональном портале госуслуг. Документы принимаются до 1 ноября, информирует телеграм-канал профильного департамента. 17 мая в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детских садах на следующий учебный год. Для успешного проведения указанной процедуры рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг, напоминает телеграм-канал городского департамента образования.